Королевский футбольный союз Нидерландов зачем-то согласился на домашний товарищеский матч с Англией, что привело к нашествию британских болельщиков на Амстердам. Англичане оккупировали легендарный квартал красных фонарей, распевали кричалки, а некоторые смельчаки даже ныряли в канал. Полиция Амстердама выпустила заявление, что 70 английских фанатов были арестованы, один в результате столкновения с сотрудниками правопорядка был госпитализирован. Позже AP сообщил, что в столице Голландии задержаны 90 человек. Голландия проиграла Англии со счетом 0-1. Единственный гол забил Джесси Лингард. Подписывайся на наш канал в Телеграме.